Друзья, заканчивается наше путешествие Максерия Blue Dedim в отеле. Отель крутой, мне очень понравился, я его однозначно рекомендую, вы можете сюда смело ехать. Смотрите полный обзор, вся информация там есть. Спасибо большое Хасану, это директору отеля, который нас пригласил, показал нам, дал возможность отдохнуть в этом отеле и посмотреть все, что только возможно. Если вы хотите воспользоваться индивидуальным трансфером, пишите, звоните. У меня есть контакты такси и индивидуальных трансферов. И у них достаточно хорошие цены. Где-то примерно от аэропорта Измира до сюда 80 евро стоит. Если вам это будет необходимо, напишите, я с удовольствием вам помогу в этом вопросе. И вот мы едем в индивидуальном трансфере вдвоем в 8-местном автобусе. Все проверяют. Ну, если не наш терминал, сейчас перейдем, другая проблема такая. Вот мы в аэропорту, 2 часа 30 минут, да, у нас получилась дорога от отеля. А, час 40, извините. Мы с вами в аэропорту Измир. Значит, здесь все то же самое. При входе у вас будет сначала досмотр. Вещи прогонят через сканер. Вам измерят температуру. После этого вы ищете информационное табло. Оно в центре аэропорта находится. Аэропорт большой. Вот оно у меня за спиной, видите? И вот сюда, вот оно. И там находите ваш рейс. Ну, у нас рейс на Минск, 21.15, и там указаны ваш чек, где проходит регистрация. У нас 39, 41 и 43. Причем иногда они пишут через тире, а в нашем случае они меняются. Мы пришли сначала в 43-й стали, а потом я прихожу в 39-й, не понял. Стою, смотрю на табло, и оно меняется. Вот смотрите, 39, сейчас будет 41, видите, 41 стало, а потом будет 43. Сейчас произошли изменения. Если раньше можно было брать один чемодан на семью, на 2 человека и 32-33 килограмма, то сейчас этого нету. Сейчас только один чемодан на человека. Если вы берете на семью один чемодан, то все равно 23 килограмма. Поэтому будьте внимательны, чтобы у вас не получилось, что вы приедете и потом вас попросят переложить в другой чемодан все это дело. Также за перевес доплата. За ручную кладь, ну, они смотрят, конечно, на борт пускают. Ну, вот мне гитару, например, разрешили взять на борт, это допускается. Главное, чтобы она проходила в... У них есть такие рамки металлические, в которые вы вставляете и смотрите, залазит ваша ручная кладь или нет. Нормы провоза багажа. Смотрите на билете. Как правило, это 20-23 килограмма у Белави. И ручная кладь 5 килограмм. Вот он, досмотр проходит вот так вот, видите? Сейчас приехали несколько автобусов с туристами как раз, и вот так вас досматривают. Здесь кассы, билеты можно купить, информационный справочный центр и так далее. А мы с вами становимся вот сюда, вот в эту очередь, и ждем. Видите, 21.15, рейс 894, Минск, 39, 231 гейтс. Это уже посадка в самолет, где будут осуществляться. Мы приехали раньше наших друзей. Наши друзья вон идут. Правильно не видят. Хоть бы скажу. За 2 часа начинается регистрация.
Поэтому если приедете раньше, будете стоять в очереди, как мы. Багаж сдан, билеты получены, 22А и 22Б. Я просил место возле окна, хочу поснимать все-таки. Хотя ночью ничего я, наверное, не поснимаю вам. Дальше мы с вами идем вот сюда, вот видите. Это будет паспортный и пограничный контроль. Там будет еще раз досмотр. Снимать там нельзя. Пойдемте. Все, поздравляю. Мы прошли пограничный и паспортный контроль. Досмотр еще раз. И мы попадаем с вами в зону duty free. Он сразу же. Вот видите.